На календаре 2 августа вся страна отмечает сегодня день ВДВ. Впервые в Туле эту дату всенародно, масштабно и красочно отметили на главной городской площади. Виталий Моторин окунулся в атмосферу торжеств, которые поразили туликов не только на земле, но и в воздухе. Мы встречаем флаг России! Да, такое воочию увидеть можно далеко не в каждом регионе. Туле повезло, ведь именно у нас располагается одна из самых профессиональных в стране воздушно-десантных дивизий, чьи бойцы способны высадиться с самолета прямо на главную площадь и устроить на ней же показательные выступления со стрельбой и рукопашным боем. Гвардейцы-десантники – это гордость Тульской области и всей России. На ваши плечи ложится выполнение самых сложных боевых задач. И вы всегда достойно исполняете свой долг до конца. Ваш профессионализм, образцовая выучка и подлинный патриотизм – пример для всех военнослужащих. Поздравил Алексей Дюмин гвардейцев не только на словах. Тех, кто спустился с небес, приветствовал крепким рукопожатием, а наиболее достойным и отличившимся вручил благодарности. Наверное, каждый житель Тульской области прекрасно знает, что день ВДВ 2 августа. А почему 2 августа? Все дело в том, что именно в этот день, 86 лет назад, то есть в 1930 году, и произошло первое учебное десантирование. Было это под Воронежем, и тогда на парашютах спустились 12 человек. 86-ю годовщину сегодня Тула и отмечает вместе со всей страной. А тульская ребятня буквально металась между площадью, где можно было набрать стреляных гильз, и военной техникой, с которой у наших десантников все тоже в порядке. Новейшие БТР МДМ и БМД-4 уже в строю. На них можно форсировать реки и болота, а можно и спуститься с парашютом. Все эти машины десантируемые. Впрочем, 2 августа праздник не только мужественный и отважный, но и семейный. Для нас это, наверное, один праздник, ну, может быть, два в году, кроме Нового года, в день ВДВ. Сын наш тоже пытается что-то уже делать, он будет десантником. Это даже не обсуждается. Тульская дивизия ВДВ единственная в России, расположенная сразу в трех регионах страны: Рязани, Подмосковье и Туле. Но большинство сослуживцев собираются в центральном парке нашего региона. У этой четверки такие встречи – одна из самых важных традиций. Собираемся каждый год, независимо там работы, дела, проблемы, семьи, все уже взрослые, да, соответственно. Все равно собираемся, потому что праздник наш. Для этого как бы он и существует. Отдыхать, Рязань, привет! А вот традиция купания в фонтанах у современных десантников уже как-то пропадает. На вопрос «почему?» сами гвардейцы отвечают, мол, как-то несолидно. Виталий Моторин, Олег Антонов и Алексей Моисеев. Вести Тула.